Здравствуйте. Вашему вниманию представляется лекция по дисциплине электроэнергетика, лекция на тему «Основное и вспомогательное оборудование электрических станций, синхронные генераторы, особенности конструкции и системы охлаждения, силовые трансформаторы и автотрансформаторы, назначение и классификация, особенности конструкции, коммутационные аппараты, классификация и назначение, измерительные трансформаторы, принцип действия и назначения, общие сведения о распределительных устройствах, определение и назначение, основные оборудования, принципы построения и классификации, ОРУ, ЗРУ, КРУ, КРУМ, области применения. Лекция представлена старшим преподавателем кафедры энергетической системы Баланиным Виталием Сергеевичем. Перечень вопросов – это основное вспомогательное. Перечень вопросов, подлежащих рассмотрению. Основное вспомогательное оборудование электрических станций, синхронные генераторы, особенности конструкции систем охлаждения, силовые трансформаторы и автотрансформаторы, назначение, классификация. Особенности конструкции – это коммутационные аппараты, классификации, назначение, измерительные трансформаторы, принцип действия и назначение. Общие сведения о распределительных устройствах, определение и назначение, основные оборудования, принцип построения и классификации, ОРУ, ЗРУ, КРУ, КРОМ, области применения. Основное силовое оборудование электрических станций. Что такое силовое оборудование? Силовое оборудование – это устройство, используемое для приема, передачи, подачи, учета, а также распределения электрической энергии. То есть все приемники и все оборудование у нас поделено на низковольтное и высоковольтное оборудование. Низковольтное оборудование – это до 1000 вольт. Все оборудование свыше 1000 вольт является высоковольтным оборудованием. То есть оно является силовым. То есть виды силового оборудования можно подразделить на следующие основные большие части. Да? Это генераторы. Генераторы, которые используются на электрических станциях, то есть которые подразумевают в себе выработку электрической энергии. Дальше у нас идут силовые трансформаторы, являются главным органом также этих электрических станций и подстанций. То есть на электрической станции силовой трансформатор у нас используется для повышения электрической энергии, да, для повышения напряжения, чтобы передавать на большие расстояния, так как генератор у нас вырабатывает напряжением до 20 кВт. То есть потом у нас стоят повышающий трансформатор, который повышает напряжение с 20 кВт до сколько угодно, там 110, 220, 330, 500 и выше кВт. То есть это напряжение передается, приходит на подстанцию. На подстанцию стоит другой силовой трансформатор, да, он уже является у нас не повышающим, а понижающим. То есть он уже у нас понижает напряжение там с этой величины там 110, 220, 330, 500 до величины 6-10 кВт. Дальше уже это напряжение передается по кабельным линиям, дальше установлен еще один трансформатор, то есть трансформаторная подстанция. Он понижает уже напряжение 6-10 кВт до напряжения 380 кВт. 380 вольт. То есть это напряжение уже подается потом к потребителям, и, соответственно, если это промышленное предприятие, есть трехфазные потребители, то используется напряжение 380 вольт. Если нет трехфазных потребителей, то используется напряжение 220 вольт. То есть одна фаза берется и ноль. Следующим у нас являются силовые выключатели. То есть силовые выключатели – это аппараты защиты, так сказать. Самая главная защита на подстанции – это силовые выключатели. Они коммутируют цепь в любых режимах работы. Будь то режим короткого замыкания или в нормальных режимах работы. Следующим аппаратом являются разъединители. Разъединители – это ремонтный аппарат, служащий для создания видимого разрыва. То есть, допустим, разъединители устанавливаются по обоим частям от выключателей, то есть, соответственно, что когда вводится в ремонт выключателя, то есть ремонтный персонал может визуальным осмотром, то есть определить, отключено напряжение, да, от выключателя или нет. То есть по разъединителю, то есть они видят, что создан видимый разрыв, и, соответственно, они могут спокойно приступать к работам. То есть поэтому называется ремонтным аппаратом. Но он не отключает токи нагрузки. То есть он отключает токи тока холостого хода. То есть отличие разъединителя от выключателя, то есть в выключателе присутствует гасительная камера, в разъединителях она отсутствует, то есть ее там нет. Следующее это у нас измерительные трансформаторы, трансформаторы тока, трансформатор напряжения. То есть трансформатор тока и трансформатор напряжения предназначены для отделения силовых цепей от цепей измерения. То есть трансформатор тока, любой ток, на высокой стороне может быть любой ток, на низкой стороне может быть только два тока, 1 или 5 ампер. То есть
трансформатор напряжения аналогично. На высокой стороне может быть любое напряжение, то есть там 500, 750, 110, 220 кВт. На низкой стороне только два вида напряжения. 100 вольт и 100, деленное на корень из трех. То есть вот эти к низкой стороне данных трансформаторов подключаются у нас еще счетчики, амперметры, вольтметры, средства релейной защиты. То есть, соответственно, полностью вся эта коммутационная измерительная аппаратура. И дальше у нас генератор переменного тока. Генератор – это устройство, преобразующее энергию того или иного вида в электрическую. То есть, соответственно, у нас на ТЭЦ-3 какой у нас генератор? У нас паровой генератор, да, соответственно, он что делает? Это сжигается уголь, да, вырабатывается пар, пар вращает турбин. Турбина вращает, в свою очередь, генератор. То есть, вот у нас генератор переменного тока. Устройство синхронного генератора, это то же самое, ну, получается, во-первых, он трехфазный и состоит из следующих частей. То есть, статор, ротор, якорь, обмотка возбуждения и контактные кольца. То есть, у нас подвижная часть – это ротор, статор – это сами обмотки, обмотка возбуждения и контактный кольца. То есть, основное устройство генератора. Виды генераторов. То есть, бывает у нас турбогенератор и гидрогенератор. То есть, турбогенератор вот, представлен на рисунке слева, гидрогенератор представлен на рисунке справа. То есть, по способу охлаждения они бывают поверхностные, местные и смешанные. По охлаждающему агенту бывает воздух, водород, дистиллированная вода и трансформаторное масло. То есть в зависимости от того, какой вид охлаждения требуется и какой мощности генератор. Конструкция генератора. Вот здесь она представлена. По сути, генератор это что у нас? Это у нас синхронная или асинхронная машина. То есть любая машина может быть работать в двух режимах, то есть в режиме генератора и в режиме двигателя. То есть в режиме генератора машина что делает? Преобразует механическую энергию в электрическую. В режиме двигателя, наоборот, преобразует электрическую энергию в механическую. То есть. Поэтому вот у нас простой генератор. Это что у нас? Возбудитель, щетки, ротор, корпус и турбина. Следующее. Силовой трансформатор. Силовой трансформатор – это устройство, предназначенное для преобразования переменного тока одного напряжения в переменный ток другого напряжения той же частоты. То есть на слайде представлен силовой трансформатор 220 кВт. То есть, по сути, что делает трансформатор? Преобразует напряжение. То есть трансформаторы бывают трех типов. Это повышающий, понижающий и разделительный. То есть повышающий трансформатор, он повышает напряжение, понижающий, он понижает напряжение, разделительный, он остается, то есть, как бы создает отсутствие, как электрическую связь снижает, да? То есть разгружает разгрузку. То есть вот он силовой трансформатор. Устройство силового трансформатора, он может быть, да, трансформаторы силовые могут быть каких типов? Силовой трансформатор может быть у нас двухобмоточный с расщепленной обмоткой, то есть двухобмоточный самый простой трансформатор. Это две обмотки высокого напряжения и низкого напряжения. Связь между данными обмотками, вот как на рисунке показано, она магнитная, то есть магнитный поток. То есть первичная обмотка, вторичная обмотка. То есть что там по первичной обмотке протекает ток, создается магнитное поле, да, магнитный поток. Магнитный поток создает первичной обмотки, создает магнитный поток во вторичной обмотке, и во вторичной обмотке возникает ток. То есть в зависимости от числа витков это все происходит. То есть это самый простой двухобмоточный трансформатор. Еще у нас есть трехобмоточный трансформатор, это три обмотки, это высокого, среднего и низкого напряжения. Также у нас есть двухобмоточный трансформатор с расщепленной обмоткой низкого напряжения. То есть получается вторичная обмотка, то есть по сути, как по виду он как трехобмоточный трансформатор, но допустим, если двухобмоточный трансформатор напряжением 220, там 6 кВт, да, трехобмоточный трансформатор это 220-110, там 6 кВт, да, то двухобмоточный трансформатор с расщепленной обмоткой, это у нас получается там 110 на 6. То есть вторичная обмотка 6 кВт разделена на 2 обмотки, то есть расщеплена. То есть вот как раз виды силовых трансформаторов, это понижающий, повышающий, и мощность у них бывает разная, от 0,4 кВт до 500 кВт, и силовой сухой трансформатор, это на низкое напряжение, они сухие. Свыше у нас применяется в основном
Казахстане силовые и масляные трансформаторы, то есть там, все трансформаторы трехфазные, и по ним можно определить. Вот, соответственно, сверху у них там расширительный бак, то есть масло, когда нагревается, отводится лишнее масло в этот бак. И, соответственно, можно понять, там они трехфазные. Вот у них три изолятора на, сверху, да, на трансформаторе. На любом можете посмотреть, на 110, на 35 кВт. То есть большие фазы. Это у нас обмотка высокого напряжения. И маленькие фазы, это обмотка низкого напряжения. И вот на 35 кВт указана выхлопная труба. Также у нас есть радиаторы для охлаждения. То есть охлаждение трансформатора может быть разное. Да, то есть воздушное, обязательно масляное. И, соответственно, может быть еще принудительное. Принудительная циркуляция масла и принудительно воздушное охлаждение. То есть здесь не показано, то есть могут стоять вентиляторы, которые охлаждают масло. То есть конструкция силовых трансформаторов, это у нас бак под номером 1, где находятся у нас обмотки, погруженные в масло. Второе, это у нас что? Термосифонный фильтр, то есть фильтр, который как бы фильтрует масло. Да? Третье, это у нас радиатор, то есть радиатор, который служит для охлаждения, то есть масла. То есть четвертое это у нас переключатель, пятое это у нас расширитель, то есть про то, что я уже говорил, то есть масло, когда в процессе нагрева, уходит в расширительный бак. То есть шестое это маслоуказатель, то есть уровень масла. То есть уровень масла оценивается по уровню расширительного бака, то есть по самой высокой точке. Седьмое это воздухоосушитель. То есть, соответственно, что он сушит этот воздух, то есть там масло очень боится влаги, да, то есть, соответственно, влага это как бы очень плохо сказывается на масле, то есть при наличии влаги в масле, то есть масло теряет свои дугогасительные свойства, да, то есть оно хуже отводит тепло и не сможет в нужный момент снизить температуру трансформатора. То есть восьмое это газовое реле. То есть газовое реле у нас для чего служит? Если вдруг в трансформаторе происходит какое-то аварийное замыкание, да, то есть между обмотками, то есть, соответственно, что это? Газовое реле, оно срабатывает на газ. То есть что происходит? Масло начинает кипеть и образуется газомасляный пузырь. Вот газовое реле имеет два уровня. То есть первое оно подает сигнал оператору по станции, то, что в трансформаторе происходят неполадки, да, второе, если оператор не принимает ничего, никакие действия, то он отключает трансформатор. Вот, то есть, это газовое реле. Девятое, это вот высокого напряжения, я еще раз повторюсь, да, 3 вода, то есть, высокое напряжение фазы А, Б, С. Десятка, это получается у нас вот низкого напряжения, то есть, это у нас получается тоже так же 3. 11-е, это отвод низкого напряжения, 12-е, это отвод высокого напряжения. Да, то есть, где они в трансформаторе находятся, что присоединены к изоляторам. То есть, изоляторы защищают, так сказать, силовую часть от корпуса трансформатора. 13-е – регулировочное ответвление. 14-е – обмотка высокого напряжения. Внутри обмотка низкого напряжения. То есть, по сути, обмотка высокого напряжения, соответственно, она больше, да, большего сечения, то есть, а внутри находится обмотка низкого напряжения. То есть, вот простейшее устройство трансформатора. Измерительный трансформатор тока. То есть, трансформатор тока – это устройство, предназначенное для передачи информации измерительным прибором, преобразует ток для измерения стандартными приборами. То есть, изолирует измерительные приборы от цепи высокого напряжения. Еще раз повторюсь, то есть, трансформатор тока что делает? Любой ток, тысячи, сотни тысяч ампер, преобразует ток для измерения приборов. То есть, 1 или 5 ампер. То есть любой ток. То есть, соответственно, данный трансформатор выполняется в основном в однофазном исполнении. Соответственно, если трехфазной цепи, требуется три трансформатора. То есть для цепей измерения. То есть к этим обмоткам низшего напряжения подключаются уже счетчики, амперметры, вольтметры, соответственно, органы релейной защиты и так далее. Устройство трансформатора тока. То есть схема включения трансформатора. Трансформатор тока включается цепь. Последовательно, да, то есть последовательно включается цепь и, соответственно, уже на выходе подключается схема амперметра. На месте амперметра может быть у нас счетчик любой энергии, да, то есть получается вот устройство трансформатора. Здесь то же самое, две обмотки высокого и низкого напряжения, то есть связь между обмотками магнитная. Виды трансформаторов тока, то есть порода установки.
делятся, да, виды трансформаторов тока. Это у нас для работы на открытом воздухе, то есть когда на открытом распредустройстве, для работы в закрытых помещениях, то есть это понятно, для встраиваемой в полости электрооборудования. То есть есть трансформаторы у нас, то есть есть оборудование, вернее, в которых идут встроенные трансформаторы тока. И следующая порода изоляции между первичной и вторичной обмотками трансформатора тока. То есть твердая изоляция – это фарфор, литая изоляция – прессованная изоляция, связкая изоляция – это заливочные компаунды, скомбинированная изоляция – это бумажно-масляная изоляция, конденсаторного типа, с газообразной изоляцией. То есть, соответственно, они что там, уровень защиты может быть, что у нас масляная изоляция, конденсаторная, масляная изоляция или газовая, воздушная изоляция. Но это все в зависимости от расположения трансформатора тока, на открытом или закрытом воздухе он находится, и, соответственно, от мощности его, то есть от напряжения, от класса напряжения. То есть чем выше напряжение, тем трансформатор больше и требует большего внимания в защите. Конструкция трансформатора тока представлена на данном слайде, то есть это трансформатор тока ТГФ 220 кВт, то есть трансформатор на 220 кВт. Он фарфоровый, то есть он состоит из следующих основных частей. Это первая часть, это корпус сам трансформатора. Второе, это труба-стержень. Третье, это блок вторичных обмоток, то есть он расположен сверху, да. Четвертое, это фарфоровая крышка, расположена посередине, да, то есть как бы по ней можно сразу определить, что это. Пятое – это блок вторичных выводов. Шестое – это вентиль для подкачки или газа, то есть трансформатор, защита трансформатора осуществляется или газом, да, то есть внутри наполнен или газом. Седьмое – это синхронизатор давления. Восьмое – это мембрано-предохранительное устройство, это все относится к или газу. Девятое – это внешний экран. Десятое – это выводы первичной обмотки, то есть вот куда и подсоединяется само питание. То есть одиннадцатое – это или газ, который, то есть полость внутри трансформатора наполнена или газом. И двенадцатое – это торечный изолятор, то есть изолятор, который защищает как бы внутреннюю часть трансформатора тока от места, куда он присоединен и так далее. То есть вот сверху на правом рисунке наглядно видно, да, вот где вот эти контакты, выводы первичной обмотки по цифре 10, они вот тут сверху выведены. Прям видно-то. То есть они как подсоединяются последовательно. То есть как амперметр. Измерительный трансформатор напряжения. То есть трансформатор напряжения – это устройство, предназначенное для понижения высокого напряжения. То есть их применение позволяет использовать стандартные измерительные приборы для измерений на высоком напряжении. То есть, соответственно, что он делает? Он понижает любое напряжение до уровня 100 вольт или 100 деленное на корень из 3. То есть потом дальше уже по аналогии с трансформатором тока к низкой обмотке низкого напряжения подсоединяются счетчики, вольтметр и так далее. То есть устройство однофазного трансформатора напряжения. То есть схема включения у него уже, он подключается параллельно, то есть имеет то же самое по аналогии с трансформатором тока две обмотки. Обмотка высокого напряжения и обмотка низкого напряжения. То есть схема включения, это у нас представлена на рисунке 4, да, общий вид трансформатора. То есть получается у нас это 1,5 это проходные изоляторы, то есть которые сверху корпуса и подключены, то есть еще раз повторюсь, большие изоляторы – это высокого напряжения, низкие изоляторы, маленькие изоляторы – это обмотки низкого напряжения, то есть можно сразу это понять. То есть 3 – это сливная пробка, 4 – это бак, то есть заполненный маслом в данном случае, 6 – это обмотка, 7 – это сердечник, 8 – это винтовая пробка и 9 – это контакт высоковольтного вывода, то есть сверху вот подсоединяются эти контакты. Еще раз повторюсь, данный трансформатор напряжения подключается как вольтметр, то есть параллельно. Виды трансформаторов напряжения могут быть какие у нас по числу фаз. Это однофазные или трехфазные. Трансформаторы тока бывают у нас только однофазные. По числу обмоток. Двухобмоточные, трехобмоточные. По способу охлаждения могут быть только двух видов. В зависимости у нас от трансформаторы тока бывают еще с газовым охлаждением. Здесь, обращаю ваше внимание, то бывает только с масляным охлаждением и естественным воздушным. То есть порода установки, внутренние и наружные установки. То есть по аналогии с трансформаторами тока.
Конструкция трансформатора напряжения 110 кВт. То есть это у нас что представляет? Первое — это вторичные выводы. Второе — это расширитель, то есть сверху. Третье — это указатель уровня масла, то есть по этому указателю определяют заполняемость маслом трансформатора. Четвертое — это фарфоровая покрышка, то есть изолятор, да, который защищает от этого тележка, пятая, на которой он подкатывается. Да. Шестое — это коробка с выводами. И 7 болт для подъема, то есть для нахождения его на месте. То есть сверху вот там подсоединение, то есть и габариты самого трансформатора вы можете увидеть на рисунке по сравнению с человеком. Следующее — силовой выключатель. Силовой выключатель — это аппарат в электрических установках, предназначен для включения и отключения тока в цепи в любых режимах. То есть будь то режим короткого замыкания, будь то режим перегрузки, будь то номинальный режим. То есть есть у нас такие релейная защита на подстанции, то есть которая осуществляет защиту всего оборудования. Вот релейная защита у нас завязана с приводами выключателя. То есть если что-то происходит в схеме, то есть релейная защита подает сигнал на привод выключателя, и выключатель отключает цепь. То есть устройство силового выключателя, то есть главным органом силового выключателя является дугогасительная камера. То есть, что такое дугогасительная камера? Камера, то есть, когда размыкаются контакты в нормальном режиме или в режиме короткого замыкания, возникает дуга между контактами. Поэтому размыкается именно выключатель. То есть, выключатель содержит в себе дугогасительную камеру, которая способствует гашению дуги. То есть, в зависимости от того, какой вид выключателя, да, то есть, тут показано 3 вида выключателей, да, это, то есть гашение дуги в масляном выключателе, как происходит, да, то есть получается происходит в масляном выключателе, что происходит? Происходит механическое удлинение дуги, масло, то есть дугогасительная камера вот показана вот прямоугольником, да, заштрихованным, то есть, соответственно, что масло нагревается, образуется газомасляный пузырь, то есть, соответственно, который не способствует гашению дуги, то есть содержит большое количество водорода и недостаток кислорода, то есть за счет этого дуга охлаждается и гаснет. То есть следующее у нас гашение дуги в электромагнитном выключателе, то есть за счет зоны гашения дуги и зоны предварительного растягивания. То есть то же самое растягивается и так далее. Ну и, соответственно, есть у нас воздушный выключатель. В воздушном выключателе просто большим потоком воздуха, то есть стоит компрессор, который нагнетает воздух. И когда дуга механически удлиняется, то есть контакты расходятся, то есть с помощью компрессора нагнетается воздух и так далее. Все это расходится. То есть, соответственно, у нас кроме масляных выключателей, электромагнитных и воздушных, еще существует 2 вида выключателей, которые сейчас очень сильно развиваются, да, и применяются. То есть это или газовые выключатели, это где вместо воздуха или масла вариант гашения дуги используется, или газ, то есть шеститористая сера. И у нас есть еще последний вид, который сейчас тоже очень хорошо развивается, это вакуумные выключатели. То есть они самые маленькие по габаритам, потому что там используется вакуум, да, то есть там контакты разводятся на очень небольшое расстояние, потому что вакуум не способствует горению дуги, да, то есть без доступа кислорода. То есть, соответственно, вакуумные выключатели. То есть виды выключателей, то есть вот как раз у нас по роду установки для работы это в помещениях. На открытом воздухе, в металлических оболочках комплектно-распределительных устройств, установленных в помещениях и на открытом воздухе. То есть с левой стороны вот у нас по принципу устройства, то, что я говорил, газовые, элегазовые, вакуумные, воздушные, масляные, электромагнитные. То есть вот они показаны. С левой стороны показаны баковые или газовые. Тот же вакуумный намного меньше, чем элегазовый. Баковый, масляный — самый большой выключатель. То есть самые большие габариты, то есть они у нас еще до сих пор используются на подстанциях, но они уже изжили себя, то есть там очень большой объем масла используется, и его недостатки — это пожар, взрыв, безопасность. То есть если масло загорится, то есть дальше у нас идет вакуумные выключатели, они дороже, но габариты у них намного меньше, первое. Ну и самый главный их недостаток, 2 главных недостатка — это стоимость. И второе, если у нас происходит, допустим, что-то проблемы с баковым масляным выключателем, то на месте можно провести ремонт. То есть сливается масло, вводится в ремонт, разбирается и делается. Если вакуумный выключатель приходит, то есть нарушается вакуум, то только на заводе. Баковый или газовый выключатель, то там используется элегаз. То есть элегаз, он как бы тоже имеет
стоимость больше, чем масло, да, ну и у него есть недостаток, то есть он происходит сжижение его при отрицательных температурах, то есть если он используется на улице, да, в нашем климате на севере где-то свыше 30 градусов мороза, то он может, так сказать, как бы свойства или газа потеряться, да, немножко, и не, может не сработать. И следующее у нас воздушный выключатель. Воздушный выключатель тоже относится к старым, да, но там недостаток в чем? Недостаток постоянный компрессор должен быть в работе нагнетать, то есть если что-то произойдет с компрессором, то возникает проблема. То есть, и вот как раз конструкция бакового выключателя трехфазного, да, то есть здесь каждая фаза обозначена, да, то есть различным цветом, желтым, зеленым, красным. То есть, соответственно, он состоит из трех баков, в каждом баке свои контакты, то есть для каждой фазы. Это первый — это бак, второй — это дуговосительная камера с неподвижными контактами, третий — это изоляция бака, четвертый — вот, пятый — это приводной механизм, и шестой — это трансформатор тока. То есть с левой стороны показана схема схематичная, справа показана его в жизни. То есть выключатель на 110 кВт. То есть там вот траверсом внутри, да, и эти контакты как замыкаются. То есть сверху этот привод, да, соответственно, что он делает? Как бы замыкает эти контакты. Когда размыкается, то есть получается, создается сколько? Два разрыва. То есть, соответственно, один и второй. То есть этой траверсой делается. То есть, соответственно, что делать? Для чего это делать? Чтобы угадаться на две, то есть снизить мощность дуги. Следующее. Разъединитель. Разъединитель – это контактный аппарат высокого напряжения, предназначенный для включения под напряжение и отключения участков электрических цепей без тока нагрузки. То есть вот они показаны, разъединители на 35 на 110 кВт. То есть на каждую фазу свой разъединитель. То есть на левом рисунке разъединители разомкнуты, то есть здесь видно визуальный разрыв между фазами. На правом рисунке разъединители замкнуты, тоже визуально все видно. То есть они замкнуты, здесь они разомкнуты. То есть вот как раз для видимого разрыва цепи. То есть еще раз повторюсь, если вводится ремонт какое-то оборудование, по обоим частям разводятся разъединители. То есть ремонтный персонал, прежде чем приступать к ремонту, должен убедиться по разъединителям, по видимому разрыву, что именно как бы делается. Еще, если вы заметите по слайдам, да, то есть на подстанциях все обозначено, то есть, допустим, красным, зеленым и желтым цветом, чтобы люди не путались. Им сказали фаза А, значит, они должны определенного цвета фазу, да, проходить и только ремонт проводить на ней. То, чтобы не думать, какая это фаза, нужная, ненужная, то, что надо. То есть здесь полностью все видно и понятно. То есть. Следующее. Устройство разъединителя. То есть разъединитель у нас в марке представили РНДЗ-2110, то есть разъединитель наружной установки, двухколонковый, там заземляющий ножами 110 кВт. То есть первое — это основание, на котором он расположен, 2,9 это колонки изоляторов, то есть которые изолируют сам разъединитель от тела, от самого основания. 3 это зажимы, то есть которые зажимают, 4 это гибкие связи, 5 это нож, то есть которые ножи сводятся вместе, там 6 это пальцевые ламели, 7 лопатка и так далее. То есть контакты для заземляющего ножа. Снизу у нас 15 это привод. То есть привод может быть какой? Механический, электрический, да, то есть в зависимости от того, какого вида разъединителя. То есть вот данный разъединитель сейчас он находится в замкнутом положении. Виды разъединителей бывают, то есть внутренние и наружные установки, то есть, соответственно, находятся внутри и снаружи помещения. По числу полюсов бывают однополюсные и трехполюсные. С правой стороны вот представлены на рисунке внутренние установки трехполюсные рубящего типа. По конструктивным особенностям бывает у нас рубящего типа, поворотного типа, катящегося типа, подвесного, пантографического типа. Принцип один и тот же, только это имеется в виду по способу замыкания ножей между собой. То есть рубящего типа он там как разрубает как бы один контакт на другой. То есть поворотного типа они поворачиваются, катящегося типа, то есть в зависимости от того, что нужно присутствовать. То есть поворотного типа он показан сверху, с левой стороны. Конструкция разъединителя РВ-10, то есть на 10 кВт. То есть, соответственно, тут у нас какого? Рубящего типа, то есть это получается у нас рама сама. 2 это упор ограничения поворота вала, 3 это рычаг, 4 это вал, 5 это подвижный контакт, 6 это пружина, 7 это фарфоровая тяга, 8 неподвижный контакт, 9 опорный изолятор, 10 рычаг.
то есть как это все производится. Следующее – это распределительные устройства. То есть распределительные устройства открытого типа для трехфазных генераторов устанавливают следующую шкалу стандартных номинальных напряжений. Это 3,15, 6,3, 10,5, 13,8, 15,75, 18, 20, 21 кВт. То есть именно для генераторов. То есть непосредственной близости от электростанции, чаще всего со стороны машинного зала, сооружается повышающая трансформаторная подстанция, от которой отходит ЛЭП, связывающая станцию с системой и соседними электростанциями. В районе потребления электроэнергии сооружаются понижающие подстанции, через которые электроэнергия распределяется между отдельными потребителями. Электрическая установка, которая служит для приема электроэнергии от генератора станции или трансформаторов подстанции и дальнейшего ее распределения по потребителям, называется распределительным устройством. В зависимости от места и способа расположения аппаратуры распределительного устройства разделяются на следующие типы. Это закрытое распредустройство ЗРУ и открытое распредустройство УРУ. Также имеет место комплектные распределительные устройства, которые то есть, называются так, потому что они собираются на заводе, то есть в шкафах и полностью приводят их на подстанцию и только подсоединяют, то есть питание. Все внутри уже все собрано, поэтому называется комплектный. И следующее, герметизированное распределительное устройство. Оборудование ЗРУ устанавливается в закрытом здании. ЗРУ применяется при генераторном напряжении и в отдельных случаях при напряжении 35-110 кВт. Ну, у нас в основном ЗРУ применяется на напряжение 6-10 кВт, выше это 35 кВт и выше, в основном применяется открытое распредустройство. Все оборудование АРУ устанавливается на открытом воздухе, поэтому оно имеет соответствующее климатическое исполнение, категория размещения 1. АРУ сооружается при напряжениях 35-750 кВт и в отдельных случаях при 6-10 кВт в сельскохозяйственных районах и в районах с малой нагрузкой. В состав распредустройства входят сборные шины, подходящие и отходящие провода и шиновка, электрические аппараты, это выключатели, разъединители, трансформаторы, реакторы и так далее, устройства контроля и измерения. Все оборудование устанавливается в строго определенном порядке. Этот порядок установки оборудования определяется схемой электрических соединений. Электрическая схема и соединение называется чертеж, на котором в условных обозначениях нанесены все агрегаты и аппараты электрической установки и соединения между ними в той последовательности, в которой они выполняются в натуре при монтаже распредустройства. Электрические цепи, по которым происходит выдача электрической энергии, то есть протекают рабочие токи нагрузки, относятся к схемам первичных соединений. Существуют схемы вторичных соединений, к которым относятся контрольные измерительные приборы, реле защиты и автоматики, и соединения между ними. Схемы первичных соединений обычно выполняют однолинейные. Это удобно и наглядно. Схема соединения должна обеспечивать высокую надежность и бесперебойность электроснабжения, удобство оперативных переключений, ограничение токов короткого замыкания и возможность селектирования. То есть данная схема представлена, да? То есть у нас получается собственные нужды, это 3-6 кВт, да, то есть стоит генератор, стоит повышающий трансформатор. То есть данный трансформатор что делает? Повышает напряжение на 6 кВт до 110-35 кВт. То есть следующая у нас схема первичных соединений ГРЭС. То есть, соответственно, тоже у нас что там, генераторы стоят, 6 штук, да, то есть Г1-Г4, Г5, Г6. То есть стоит повышающий трансформатор, то есть который уже повышает, что у нас напряжение от генераторов Г1, Г4 до напряжения 110 кВт, от генераторов Г5, Г6 до напряжения 220-500 кВт. То есть в зависимости от того, какое напряжение требуется для передачи дальше. И посередине у нас стоит автотрансформатор. Вся вырабатываемая энергия ГРЭС и ГЭС отдается в сеть энергосистемы при напряжениях 110-750 кВт. Основные агрегаты таких станций – генератор и трансформатор. Соединяются непосредственно в блок без каких-либо аппаратов между ними. В связи с этим на ГРЭС и ГЭС не сооружают РУ генераторного напряжения. Раздельная работа генератора и трансформатора не предусматривается и невозможна. Если на станции не предусмотрено распределение электрической энергии, то распределительное устройство вовсе не сооружается. То есть получается блок, генератор, трансформатор, ЛЭП. Такие сквозные схемы имеют наибольшую надежность. То есть если не требуется распределение, то данная схема имеет место быть.
То есть вот это у нас на слайде представлена принципиально схема ТЭС. То есть что, чем она выполняется. То есть, соответственно, у нас стоят генераторы, да, потом 6-10 кВт сборной шины с секционным выключателем. То есть секционные выключатели, вот они черным обозначены, они выключены. Потом у нас идут повышающие трансформаторы, которые повышают напряжение до 35 и 10 кВт. То есть, соответственно, это все происходит дальше. Также у нас стоят тут реакторы для защиты от токов короткого замыкания. Каждый из генераторов и отходящий кабельной линии присоединяется к обеим системам шиногенераторного напряжения. 6-10 кВт. Через один выключатель и два разъединителя. Рабочая система шины разделена на две секции. То есть, вот она. То есть, левая и правая секция. Закрытые распределительные устройства. ЗРУ. Закрытые распределительные устройства применяются для классов напряжения 6-35 кВт. Из названия следует, что располагаются они в закрытых помещениях. ЗРУ комплектуются распределительными щитами различной конструкции, различая сборные закрытые распределительные устройства и КРУ, комплектные распредустройства, которые я уже говорил, которые на заводе собираются в шкафы и на подстанции только проходят присоединение. То есть ЗРУ сборного типа на 6-10 кВт со щитами прислонного типа с одной системой сборных шин, представленной на данном слайде. Дальше. Из комплектных камер большое распространение в отечественных установках получили камеры КСО. Камера комплектная стационарная одностороннего обслуживания с одной системой сборных шин. То есть пример конструктивной камеры показан, то есть это у нас комплектное распредустройство, которое собирается на заводе, то есть сколько шкафов требуется, то есть внутри главным органом является выключатель какого типа, да, там масляный, воздушный или газовый, вакуумный, то есть соответственно и вся остальная аппаратура, то есть там трансформаторы тока, трансформаторы напряжения, другая высоковольтная аппаратура, то есть пример устройства, то есть в нормальном положении эта камера, то есть вы там, и чтобы провести обслуживание выключателя, нужно что сделать? Нужно, во-первых, отключить ячейку, без этого там стоит защита, она просто-напросто не откроется. То есть после того, как вы отключили питание на камере, вы, получается, там есть выдвижная часть, то есть и получается гибкий провод. То есть выдвигаете выключатель, да, обслуживаете его и задвигаете его обратно. То есть это камера одностороннего обслуживания, то есть КСО. То есть, соответственно, вот новая ячейка, да, тут тоже самый принцип, всех те же самые, то есть сверху, спереди, вернее, на крышке показаны все параметры, внутри установлены выключатели и так далее. Все основное оборудование. То есть это уже общий вид, дальше уже L-техника, то есть современный КСО, где у нас уже расположены, соответственно, у нас что там, целью обеспечения безопасности, ячейка разделена на три отсека, только ячейка и отсек сборных шин, отсек аппаратов и присоединения кабелей, и отсек релейной защиты. То есть ячейки, все это расположено. То есть сверху, вот, если посмотрите, это ячейка релейной защиты. Да, соответственно, отсек сборных шин у нас расположен снизу. И, соответственно, вот как раз это как все это выглядит. То есть сверху это отсек сборных шин, да, в этой ячейке. То есть второе это у нас отсек аппаратов. Третье это отсек релейной защиты и вторичной коммутации. То есть вот он показан впереди, да. Четвертое это привод разъединителя, то есть для того, чтобы все это выключать, да. Пятое это блок вакуумного выключателя, то есть основным аппаратом является вакуумный выключатель. И шестое двери, то есть еще раз напомню, пока вы стоите защита, вы двери никогда не откроете при работающей системе, при работающем вакуумном выключателе в данном случае. То есть там обязательно нужно включить ячейку, то есть этот вакуумный выключатель, после этого вы только сможете открыть дверцу. Без этого вы ее не откроете. Следующая ячейка, которая как имеет место быть, это Аврора, серия модульных ячеек в металлических корпусах с воздушной изоляцией. Ячейка КСО Аврора устанавливается стационарные, но технологические выдвижные или выкатные силовые выключатели. То есть воздушные разъединители и выключатели нагрузки, измерительные трансформаторы тока и напряжения и трансформаторы собственных нужд. При разработке данной серии учитывали все современные требования. То есть здесь уже у нас применяется микропроцессорная релейная защита, которая позволяет достичь следующих преимуществ, то есть там уже быстродействие защиты и так далее. Это вариант расположения распредустройства в контейнере. То есть вот ячейки, они все одинаковые, то есть если какая-то ячейка вводится в ремонт, она выкатывается вот вперед в этот проход. Да?
соответственно, и производится ремонт, и дальше. Подсоединение ячеек происходит сзади, да, то есть там стоит шина, сзади они присоединены к питанию, то есть каждая ячейка имеет свою функцию, так, соответственно, то есть сколько у вас присоединений, столько у вас ячеек, то есть есть водные ячейки и есть ячейки, которые у вас применяются дальше. То есть и сама ячейка, как она обозначается, да, то есть КСО — это камера стационарного одностороннего обслуживания, да, то есть номинальное напряжение, номер глав 7 глав цепей, габарит, модификация, вид климатического исполнения. То есть в основном интересует номинальное напряжение и так далее. То есть вот это ячейки, то есть вот они набраны из различных частей. И соответственно стандартным ячейки Аврора, то есть оно соответствует всем параметрам. То есть имеет следующие параметры: это номинальное напряжение, номинальное рабочее напряжение, номинальный ток главных цепей, номинальный ток сборных шин, ток динамической стойкости, ток термической стойкости в течение 2 секунд, номинальный ток отключения вакуумных выключателей, электрическая прочность при испытательном напряжении, грозовой импульс. Вопросы для самоконтроля. Какое основное оборудование электрической станции и подстанции вы знаете? Какие виды распределительных устройств вы знаете? Виды закрытых распределительных устройств? Какие виды релейной защиты и автоматики вы знаете? Список рекомендуемой резервтуры представлен на слайде. На этом наша лекция окончена. Благодарю за внимание.